изначально, я думаю, как и любому человеку, который к вам приезжает, не нравилось то, что машина тихая, хотя идеология ее именно в этом и заключается. То есть автомобиль изначально, наверное, проектировался и изобретался как более такой семейный, городской, неприметный и так далее. Но не про меня, не про эту машину. От себя хочу немного добавить огромное спасибо компании «Ультравыхлоп» за то, что очень скрупулезно подходит к каждому, не скажу за всех, по крайней мере, скажу за себя точно. Абсолютная клиентная ориентированность, подход к автомобилю как к своему. Всем рекомендую эту компанию, приезжайте, не пожалеете.